ברוקלין, דוברי ויצ'יר, זבוגה פומאץ', בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, что Всевышний благословил каждый и каждый, что сидит тут с нами на первый наш урок в этот раз тут в Нью-Йорке, что Бе'езрат Ашем этот урок будет для удачных всех, кто организовал этот урок и принес нас сюда в этот раз, что Бог ему дал много-много-много счастья, радости, покой, и что בעזרת השם יתברך בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. Мои братья и сестры, сегодняшний урок подготовить себя в день, что בעזרת השם, кто верит тут, выиграл, и кто не верит, проиграл все. Потому что 13 икарим, что есть в нашей Торе, это быть готов каждая секунда и минутка, каждый день, что Машиах, Бе'езрат Ашем, не только что придет, он уже тут с нами, и быть готов, чтобы его получить, потому что много уже говорят, что я хочу увидеть Машиах, верю, что будет Машиах, думаю, что это время, что приходит Машиах. Но чтобы увидеть Машиах, надо быть готов. И этот наш урок, что мы подготовили себя, что בכל עת יהיו בגדיך לבנים. כותב הרב, בימי ביאת משיח, время, когда придет Машиах, יהיו בודקים בכל בגדיו. нас будет проверять наши вещах. ותימה גדולה, есть тут вопрос большой, что если человек одет некрасиво или не знаю там, у него куртка не новая, что он не готов. Наши вещи будет сказать, если мы готовы или нет. שנאמר בפסוק בכל עת יהיו בגדיך לבנים. написано, что в каждое время, в каждую секунду будут твои вещи белые. А если у меня черные вещи? А если у меня off-white? А если у меня blue или green? Или у меня вообще, не знаю, там я одел какой-то польшарк или, не знаю, какая-то рубашка, что она не белая. Все, я не готов. Тут сидят женщины. Я без очках, да. Барух Ашем. Ну, зеленый, черный, красный там. Все, что, если она цадика, ее вещи не белые, она не готова, хас вешалом. אומר הרב, לא, не на вещи разговор тут есть. אלא, у каждый человек есть на его вещи размер. M, L, large, extra large, small, extra small. Человек должен ставить вещи, что они правильны для него. Если я extra large, кто хочет купить мне вещи, я extra large. Ну, тут вообще с наши братья тут, думаешь, больше? Не, экстра один, брат, экстра 1, дядя. Ну, если я тут останусь еще 2 недели, я буду 2 экстра. Это абсолютно ты прав, вы правда. Ну, сейчас я, как я знаю, я экстра 1 хватает. Если буду я одевать medium или large, это 100% на меня не поднимется. Если я буду одевать 3 раза extra large, это будет чересчур много. Я должен одевать вещи, что они подходят ко мне. И каждый еврей, у него есть мида. Какие мида? Мидот, размеры. Это не что Бог хочет, что мы одевали вещи красивые. Это что мы одевали красивые качества. И когда написано «Бегадеха леваним», это не цвет белый, дедмарик. Это что наши вещи в жизни, что мы живем каждую секунду. Мы сделали вещи красивые, доброта, мицвот, масим товим, помогли один другого. על זה אומרת התורה שנאמר בפסוק, יהיו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. Ты должен в каждой секунде иметь в руках, что сейчас какое-то добро я сделал, что-то хорошего я сделал, я кого-то обрадовал, я кому-то помог. Это что ты одеваешь кипа и закан, молодец, Белорчик. נועטני גבריש תו תשעס ובידיש משיח, אילי קדאון פרידיות, את הנזיבה יצא שתו תיגטוב. משיח הוא נינדה תוויה הכיפה, היא תוויה דברתה, היא תוויה מליטבי שתו תיניקקדניה פס דבר מנחה. היא תיב שחרית פר וצדיק שלי. כמו את הסטוית, כמו נוז'נסטס, שתו תיפרווי ושחרית, נו תיפרווי פרוות סרצה, של מישהו שתותם נחודיצה. סופר שתותי גבאי. סופר שתותי ימי סינגוגה, ג'וני. נו יסתי ימי סינגוגה איתי גבאי. איתי תקוי חזן צדיק. נו תקרבות האבידיו. כמותי נוז'ן. יסי שתותי שס סובוטו. ותיבא תקוי הקיטל. בילי. איתי חסד. Ты дефект, если ты не знаешь правильно с людьми вести себя. Если ты кого-то обидел из сердца, порвал, лучше порви твои вещи и поминай на черные вещи. Потому что лучше одевать черные вещи и быть в белом качестве, чем быть в белой вещи, у тебя черное сердце и черный рот. Ты никому не нужен. Машиах кто увидит, это не люди, что они хасиды. Это люди, что они хасиды к Богу. Что он имеет в руками только хорошие вещи. Цадик – это не человек, что себе показывает цадик. Цадик настоящий – это человек, что не показывает себе никогда. А в темнота, а где никто не видит, он чистый человек, он никого не обманывает, он гезель не возьмет. Вы знаете, много задают вопросы, почему очень много зла есть в мире. Ну, есть много ответов. И почему много слезы есть сегодня в наше поколение. Очень много людей сидят, плачут. Один бизнес у него пропал, один там деньги не осталось, второй там муж, жена, там, это, третий с детьми. Там, много людей плачут в это поколение. Есть много цар. Умерет Агмара, потому что очень много гезель в руками. Очень много вещей ты держишь, что они не твои. Ты что-то взял, что не твой. Ты что-то потрогал, что не было твой. Ты взял от кого-то что-то, что не было твой. וכל הלוקח דבר שאינו שלו, גם מה ששלו מאבד. Если ты взял что-то, что не твой, дальше, если у тебя было что-то, что он было твой, что не было твой, ты потеряешь. А что было твой, тоже потеряешь. Тоже будешь потерять. Потому что ты газлан. Гезель – это три буквы. Это гимель, зайн, ламед. Гмара пишет, когда человек сидит в шива, он может плакать только 3 дня. Шлоша ямим лабехи. Мики, шлоша, 3 – это гимель. Шива ямей, шива. 7 дня ты можешь сидеть. После 7 дня ты стоишь. Ну, станешь от шива. А 7 это зайн. А сколько время есть аскара? 30 дня. 30 дня это ламед. Кто держит гезель, держит бецар. Ты думаешь, что ты возьмешь что-то, что не твой, у тебя будет улыбка, может быть сегодня, брат. Может быть 2-3 дня. Но Бог платит, потому что все Всевышний. Мера за мера этот мир. Мида кенегед мида. Люди думают, что на этот род Бог не платит. Как Бог платит, что ты молишься, так Бог платит за твои слова. Мне говорит, один ко мне пришел и сказал, раба, что так, чересчур слова, за это Бог платит. Я ему говорю, брат, ты что, я вижу, как ты у тебя такой, ты так, у тебя такой показуха, такой понтуешь, такой, у тебя все полшаг такой, ты такой. Не, он говорит, ну, брат, ты рав, слушай, что, за слова так Бог платит. Я ему сказал, брат, тут люди за слова платят. У Всевышнего не будет платить. Тут если ты кому-то сказал одно слово, лобомаком, он тебе стреляет в голове. Скажи одно слово только, за это тебя убьют тут. А у Всевышнего каждое слово это слово. А люди всегда, они проверяют, что я кушаю. Бодац, ой, не бодац, не кушаю. Это что это? Какой бадац это? Ой, это не мой бадац, это не мой бадац. Это вода, вода должна бодать. Я пью только, но это вода, брат. Я тебе говорю, по Аллахе есть вещи, что в загранице ты можешь пить и дальше кушать по Аллахе. Аль-пи шулхан арух марана бет Йосеф. Есть вещи, что ты можешь кушать дальше, если написано «абадат», и ты за границей, давай вместе, я тебя научу. Не, я только «абадат». Дальше вода я «абадат» проверяю. Ой, ты красавчик, брат. Вообще ты молодец. Ты, Моше Рабейну не был цадик, как ты. Ну, 5 минут проходит, а он начинает разговаривать на его двоюродный брат, и на его сосед, и на его... одна там в работе, что с ним работает, что он думает, что она изменяет ее мужу. Я ему говорю, ах ты, лучше не пей вода, лучше не кушай бадац, кушай свинья, но не кушай людей. Потому что главное Всевышний не проверять, что я занесил внутри, что я сейчас ставлю внутри в рот. У Всевышнего важно, что я вытаскиваю этот рот. Before ты search, и ты проверяешь, что ты кушаешь, Бог хочет, чтобы ты проверил, кого ты кушаешь. Потому что язык, лашон, это что лалуш и да. Ну, лалуш, как то, тест делает, да? Хлеб делает лалуш. Лашон, лиша. Лашон зе лалуш. Before ты лашишь это, ты получил от Всевышнего лашон, чтобы и да, лалуш, а не людей. Думают люди сегодня, что кипа это главное, чем все. Что добра, это борода, у борода тоже, у эзим тоже есть борода. У мусульман, у Ахмед и Мухаммад есть тоже борода. Он со мной говорит, по Аллахе, кипа большая, маленькая, брат, у Никос, Паулос, Антиохусос, это как его, Доминос, Пицос, Накникос, Гвинатос, у него тоже кипа есть. А что, он цадик? Цадик, кто у него хорошие размеры, кто у него хорошие качества, кто у него душа и сердце белое, что не обманывает никого. Цадик это не человек, что... Он в нет встает и молится, и все смотрят, и он такой, и он такой, и он такой. А внутри он зверь, внутри он обманщик. Это Всевышний. Бехол эт ию бегадеха леваним. Человек, что хочет увидеть Машиах, мои сестры и братья. Человек, что думает, что он увидит Машиах, после этого урока не думайте. Будьте уверен, что я увижу. Но тут есть вопрос один. Ты человек before все? Before everything в мире. Ты человек? И это не Ронен Шаулов сказал. Это наша Тора. Когда пришел Гой, Гмара, Шаббат, Ламед Алеф, к нашей цадик, Бет Шамай, сказал ему, Гайрени Шамай, я хочу быть еврей, я Гой. Сказал ему, как ты хочешь быть евреем. Ну, там 2 разные есть сказки. Один, что он его подтолкнул, дохав אותו, и башени, он ему сказал, ну, гиюр сделать это много времени. Он сказал, ну, давай, у меня есть время, сколько? Он сказал, несколько секунд. Как несколько секунд? Уходи. Гиюр это много лет учиться, и много-много экзаменов. Что быть евреем, тяжелая работа. Он понял, что шанс нету с Бет Шамай. Куда пошел? К Бет Илель. Пришел к Илель, говорит, Илель. Да, цадик. Я Гой. Окей, Гойчик. Что, как могу помочь? Я хочу быть еврей. Супер. Но мне время есть очень мало. Сколько? Ламдени Тора вегайрени, кшеани омед ал регель ахат. Учи меня вся Тора. Сделай мне гиюр, что я стою на одна нога. О, на одна нога, сколько ты можешь стоять? Слушай, я экстра ларджи. Я 3 секунды могу стоять на нога. Говорит, Илель, мне хватит. Окей, начни, давай, на регель ахат, стой. Да халахсане, лехаверах, латавид. Он еще стоит. Ну что, все. Что все? Я тебе вся Тора научил. А? Ты сказал, научи меня вся Тора, сделай мне гиюр, что я стою на одна нога. И я тебе сказал, вся Тора. Как ты мне сказал, вся Тора? Вся Тора у вас, мне Бет Шамай сказал, она глубоко и длинная, это, ну, он прав. Он тебя не обманул. А как так? Ты хотел на одна нога, ты хотел на несколько секунд, я тебе научил на несколько секунд. Я не понял. Вся Тора ты научил. Он говорит, да, лахсани, лехаверах, латавид. Все, он говорит, да, хватит, только это если сделаешь, ты будешь самый хороший еврей наверх. И тут на низ. Все, это вся Тора. Он говорит, да, лахсани, что ты ненавидишь, что ты не любишь, другим не делай. Если ты что-то в жизни не любишь, другими не делай. Маше сану алеха. Ты что-то ненавидишь, альта селеха вереха. Другу не делай. Это вся наша Тора. Ну да, у вас Танах, Тора, Невиим, Ктувим, Мишнайот, Гмарот, Брайтот, Зоар, Рамбам, Рашбам, Рамбан. רבנו ברכיה, הוא ראשונים, אחרונים, מאירי, רקנתי, שדה חמד, עין יעקב, עיון יעקב, מחנה אפרים, הוא בן ישחי בודית. אגדיר סרבה שהתורה. Я тебе сказал Тора. Вся Тора, что ты сейчас сказал, Тана, это только перушим на наше, это только Бог хочет тебя объяснить, как правильно соблюдать и бить, как я тебе сказал. זה רק פירושים. Что написано Авраам, Ицхак, Яков, Моше? Это только объяснить тебя, как правильно жить. Но правильно жить это, что ты ненавидишь. Другу не делай. Если ты не человек, ты ничего не стоишь. Моше, поднимись. Он поднялся. «Шаль наалеха меал раглеха!» «Сними туфли!» Ну, Бог сказал, снимай туфли. Давай, сними туфли. «Адмат кодеши!» Ты стоишь на земле, что она святая. Мефаршим умрим. Непонятно. Туфли надо снимать. Ты когда заходишь в синагоге, ты туфли снимаешь. Что кодеш? Бог говорит ему, конечно, кодеш, туфли снимай. Почему? Мефаршим говорит, потому что когда у тебя туфли есть, ты не чувствуешь, на кого ты. Ты не чувствуешь. А когда туфли снимаешь, каждый маленький вещь ты чувствуешь. Так в жизни. Ты хочешь подниматься, Моше, бит большой, бит Моше Рабену. Ты когда поднимешься, ты когда ходишь, ты когда куда-то идешь, пожалуйста, на людей, на них не стои, на них не нажимай. Когда туфли нету, ты все чувствуешь. Я хочу, чтобы ты всех почувствовал, потому что для меня все кодеш. Снимай туфли. Потому что сегодня, когда человек поднимается, он на всех поступает. Бог говорит, для меня человек такой, я его сейчас подниму, но только что его, что он пропал один день. Потому что упасть от маленького места, это может быть поломать ногу. Но когда я тебя поднимаю, а потом тебе спускаю, это не поломать ногу. Это стать инвалид или весь жизнь лежать без палец под... Сколько людей сегодня гордится Дед Марик. Он гордится, он мало учился Тора. Он уже хочет всех научить, как правильно учиться. Он мало сегодня делает, он всех хочет показать, что он сделал. Он мало понимает, он показывает, что много понимает. Он сейчас, у него Бог дал ему удачи, поднял его. Он на всех смотрит, как будто они никто, они зиро. Бог говорит, ах, Такой, как ты, я тебя не буду поднять. Я тебя на самое высокое место возьму. Такое высокое место, что только оттуда, если ты, я тебе дам удар, ты от этого удара никогда не станешь. Тебе лучше было быть маленький человек, чем я тебе подниму так сильно. И потом так буду тебе спускать так, в такой уровень, что ты заплачешь, что день на день ты был большой. משפיל גאים עדי ארץ. מגביע שפלים עד מרום. Кто гордится, конец его пойдет. Гордость בעברית, это גאווה. גימל, א', ו', א'. Ну, когда мы пишем наше слово, это буква, как слово, мы пишем ее так. גאווה, ну גימל, это גימל, יוד, מם, למד, גימל. Буква גימל, напиши как буква гимель как слово, да? Гимель. Конец гимель ламед. Конец алеф это фпей. Конец вав это вав. Конец эй ей юд. Геава ее конец и пол упал. Ты на кого гордость? Ты на кого нос поднял? לא נהיה משה רבנו, כי מידת הגאווה לא הייתה בו, אלא הענווה הגדולה. משה רבנו никогда себе не показал. משה רבנו, его доброта сделал חסד של אמת. Сегодня человек делает какую-то доброту, что все посмотрели, а, ты видел, я ему дал. Ты не только что не сделал хесед, ты сделал грех, ты обидел. Ты дал ему стесняться. О, я раб, я делаю много хесед. Но у тебя хесед с интерес. Это не хесед шелемет. За это пишет раб. Ие низар меараот. Вие давек батовот. Осторожно от плохих качеств, от плохих вещей. И будь как клейка на хорошие вещи. ומצינו כמה רעות, הנה שתים יזניאס קלקה ויש יפלחי ביותר, שיהיה מסיר מנפשו, נדה ספוסטית את נשי דוך, את נשי תלעיך, וירחק מהם ביותר, יהודי דליקו את ניך, בכדי שיהיו מידותיו הרעות, מוסרו והטובות בנפשו תמיד, שתוחס ושלום תווי פלחי ויש יתסניאל, וכדא תסנים יש פלחי ויש, כדא שלווק בלנוי, ככון מושת בית, здоров, надо снять болезнь. Когда ты снял болезнь, ты уже здоров. Чтобы быть здоровым, надо ничего делать, только снять болезнь. Говорит араб, когда ты снимешь от твои плохие вещи, ты уже станешь хороший. Не надо сейчас хорошие вещи делать, хорошие вещи купить. Во-первых, сними плохое от тебя. Когда плохие вещи от тебя ты снимешь, уже у тебя останется хорошие вещи. אומר, ולא מצינו רעה יותר מאדם לחברו. Нету плохой вещи, чем люди могут обидеть люди. שכל הפוגע בחברו, היה עדיף לו לשורפו עצמו, שנאמר, מי שמלבין חברו, העדיף היה שזורק עצמו לכבשן האש. כי גדול, מי ש... обидеть человек? Обидеть человек? Лучше, что ты сейчас сделал медура, вражби, да, там медура собрал, и себе бросил. Адиф, айта, зойта, цвхали, кивша, наэш. Брось себя, убей себя, но не убивай людей, но не убивай никого. Очень много лекций ко мне приходит, слушай, а какая лекция, ой, какая лекция, слушай. Я говорю, Барух Хашем, спасибо Богу, что вы идете к лекции, слушать уроки, Барух Хашем. Но я умоляю каждого, я учу мои дети, я учу их всегда. Ваши вещи, ваши цвета вещи, мне не касаются. Мне касается, что ваше сердце было белое, что вы были добры, что вы были благодарны. Ребенок, что одевается черный, белый, аврех, но он не благодарный, он не человек. Вы знаете, у меня есть раб, очень старый, Барух Хашем, очень цадик большой. Раб Бублил, это кодеш кодешим у меня. И он всегда, 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 всегда рассказал нам и нам дал слушать лекции шел הרב Швадрон, המגיד הירושלמי. И один день он рассказывает нам, когда я 15 лет назад вернулся в Тшува, и мы учились вместе Аласедер, вместе несколько вещей, и он всегда нам, когда пришел Пурим, сейчас Безрат Ашем завтра Рош Ходеш Адар, Безрат Ашем, что всегда мы смеялись, всегда мы были бесимха, вообще, что вы знали, человек, что падает в депрессию, или хас вешалом каха отцвут. Раби Нахман пишет, это сатан зашел внутри в него, в душа и в дух. Потому что отцвут это нахаш, это змея. Потому что выйти оттуда очень тяжело. За это всегда человек должен себя сделать так, что он был радовался в жизни. Потому что когда человек радуется, симха, даже если у него болезнь может уйти от него. У него какой-то мум, минус может от него уйти. Пример, есть у нас певец Хилони, Юда Поликер. Есть у нас певец Хареди, Дати, Яни бен Машиах. И у нас есть певец Хасид, самый большой, Моше Рабену. Аз яшир Моше. 2 недели тому назад мы это читали по параша. אז ישיר משה את השירה הזאת. לבני ישראל את השירה הזאת. Да, אז ישיר משה. משה пел всегда. Почему? Потому что у Моше была проблема, очень тяжелая проблема. Моше היה מגמגם, כבד פה וכבד לשון. מה זה כבד פה וכבד לשון? יהודה פוליקר, יניב בן משיח, и Моше רבנו, да, нету никакой, חס שלום, я не сравню, כן, חס שלום. Но только что вы поняли, אני תראיך, מחנה משותף, אני מגמגמים. כבד פה וכבד לשון. Кто-то когда-то читал в Тора «Вайомер Моше Нет. «Вайомер Нету. Почему? Потому что Тора пишет, когда человек поет, это когда у него есть симха. Радость. Песня – это радость. Звулончик, ты сам знаешь, караоке – это радость. И когда человек поет, он радуется. Бог говорит, когда ты радуешься, у тебя симха есть, дальше, если ты мегамгем, это уйдет. Эх, он мегамгем? Заикается, да? Человек заикает, да? А когда он начинает микрофон в руками, или он начинает петь, это кончится. Ты не послушаешь. Все идет халак. Когда человек самех, а кол халак. А когда он отцов, ничего ему его не... Все... Застрялась, все на низ, все. За это всегда, before Purim, раба у нас, мой рабай, учил всегда на рав Швадрон. И рав Швадрон, это был кодеш кодашим. И рав Швадрон, before Purim, всегда нам это учил. И я когда слушал этот его voice на оклата, он так говорил, он говорил, я хочу вам сказать один сладкий вещь, я hope, я wish, что вы будете потом танцевать. אתם לא רוקדים, ככה אומר, אתם לא רוקדים, אתם לא הבנתם, вы не поняли, если вы не танцуете, так вы не поняли. Он так, у него была палка, что он на нее так сидел, он говорит, ну, я вижу, что вы не танцуете, если вы не танцуете, вы не поняли, я опять вам скажу. Может быть, сейчас я буду, может быть, я себе неправильно объяснил, может быть, сейчас, что вы будете понять, вы будете танцевать. Если вы не танцуете, вы не поняли. А что он учил? И он сказал так, извините, извините, не надо от меня, хас вашалом, обидеться, но тут между нас сидят Аман и Зереш. Люди сидели, урок Тора. Там меот анашим, алфе анашим. Он говорит, да, доброта у них. У них кипа в голове. Цицит катан талит, утром они проверили. У нее кисуй рожь. Она скромная очень. Ну, она Зереш. Да, против меня тут сидят люди, я их вижу. Я не говорю, что это они, но, может быть, они аман. Люди там начали говорить, Рав, как? Не пустим урок Тора, аман? Да, конечно, он говорит. Я вам покажу, кто был аман. Посмотрим, кто тут аман. Вы не знаете, кто это аман? Кто это аман? Аман – это человек, что миллион раз ему сделали доброта. Миллион раз ему помогли. 999 раз с ним сделали хорошего, и один раз не смогли. И все, что с ним хорошего сделали, он забыл. Это аман. Вы поняли? А много аман тут сидят. Кто это аман? Все кулам миштахавим. Один нет. Окей, один нет. Так, панишь его. Хочешь убить? Убей его. Ты все хочешь убить за один? А какая разница? Что с вами много доброта сделали, но один раз не смогли. Умер, кто это Раша? Аман Раша. Что 909 раз хорошего сделали, один плохой сделали. Плохой он не забывает, а все остальные забыл. Это Раша. Кто это Цадик? 999 раз. Плохие вещи ему сделали, но одна доброта с ним сделали. И эта доброта он никогда не забудет. Это цадик. Умер, так больно, что сколько аман сидят в мои уроки. У тебя там свекруха, она с тобой очень много хорошего сделала. Один раз мало обидела или что-то сказала. Я ей не забуду. Я ей мама больше не позову. Она не моя мама. Что, твоя мама тебя не обидела? Ну, обидела. А все, ты ее стирала, делить сделала. За один раз мы люди, мы человек, мы ошибаемся. У меня на один урок кто-то сказал, you know, Rabbi. Сказал, да, я очень тебя люблю, но я wish you don't do mistake never. Сказал, I don't do mistake, brother. No, I wish you don't do mistake. אמרתי, okay, but why in English you speak Hebrew? Yeah, English. Speak, לא מספיק. No, because your friend, the lecturer, I can't told about the lecture, Rabbi, I can't, сказал, что ты хочешь? Он сказал, ну, Йосеф מזרחי, это что, ты не можешь сказать на его Rabbi? No. No more. Okay, no more. Что я, Rabbi? No, I can't see Rabbi Yosef Mizrahi. Okay, что стало с Rabbi Yosef Mizrahi? You know, who come back? אמרתי, אחי, you know, I don't know, я английский не знаю. Я русский язык почти не знаю. Я хотел на один лекции сказать, я увидел людей, я сказал, я увидел женщины. Ну, вышло так. Ну, есть такие, что грязные думали, что я иногда говорю на она, он. А кто меня очень любит и уважает, говорит, ох, ты такой сладкий, Рабай. Я так, мне нравится слушать, когда ты ошибаешься, это такая сладкость, я тебе такой, потому что понимаю, не такие, ничего. Я ему сказал, брат, ты ибо узнаешь, да, пожалуйста, я так и так, у меня зубной врач всегда рядом, потому что я зубы ломаю, когда на русский язык. На английский, вообще на английский я без зубы останусь, брат. На иврит скажи, что хочешь, давай кончим. Он начал садик, он говорит, no, Yani Hachuna, I don't want to say something in Hebrew because I don't want to do Chilul Hashem. Sertiusha Chilul Hashem сделал. Собачка. What you want? You know, now I hear because Mizrahi come back me betshuva. Oh. Yeah. 6 years. I listen, I do, я все знаю, что он сказал, наизу. А что стало? Ты не знаешь, что? Mizrahi say about Holocaust, 1 million only. And this because. Сказал, okay, stop. Aman, stop. Why you say Aman, Rabbi? אמרתי, I don't say Aman. God say you Aman. You сам, ты сказал, что ты Aman. Слушай, что ты сказал. Ты вернул себя, человек, кто вернул? Рабби Мизрахи. Кто тебя научил все? Рабби Мизрахи. Кого ты слушал 6 лет? Рабби Мизрахи. Ты сам сказал, что ты так выглядишь, Рабби Мизрахи. А сейчас ты сказал, что за один раз, что ты что-то понял неправильно. Ну, пускай сделаем так. Может быть, хас вешалом. Он ошибка сделал. Мы люди, нам можно ошибаться. Вы знаете, у teacher, хилони, когда 4 плюс 4 есть, и ты 7 сделал ответ, он делает X. Как делают X? Как делаете X на минутку, Саша? Спасибо, брат, спасибо. Наши брат, Саша, сделал X так. Ну, может, как сейчас, ну, у вас пен есть. О, спасибо, тетя. Так делайте, да? Там, Аширчик, Джонни, Микки, Осим, Икс, Каха. О, 2 раза на низ. У тичер, недотишник, ошибка – это Икс. У Всевышний, если ты сделал 7, он делает так. А если ты исправил, он делает так. Это вы. У Всевышний можно ошибка делать, но почини. Если ты делаешь ошибка, а потом опять ошибка, это уже X. Но если ты ошибка сделал и исправил, это вы. А Марти, может быть, Рабби Мизрахи сделал ошибку, может быть. И может быть, он прав, кто знает. Но какая уже ошибка он сделал? Хас вешалом, ты его нашел с какой-то гойка? Что, кушал хазир? Что уже он сделал, что так ты на него... Ты понимаешь, что ты Аман. 6 лет только хорошего ты от него получил. Один раз ты что-то не понял, он уже не рабой для тебя. Аман. У меня есть человек, дядя. У него дядя, он ему помог 1500 раз. Один раз он к нему зашел и сказал, у меня надо 5000 сейчас. Срочно. Он сказал, слушай, сейчас у меня кэш нету. Будет, я тебе позвоню, нету кэш, а BMW тут стоит, у тебя есть. Он говорит, я не понял, я когда-то тебе не помог. Он сказал, что было, я сейчас мне нужен. Аманчик. Это 100% твоя жена Зереш. לכן אומרת התורה, כל לימוד הפורים, что это Пурим, что мы еще несколько, еще 2 недели с Бога помощь Пурим. Еще 2 недели и 2 дня. Люди будут сидеть, кушать и пить. Арур, Аман, Барух, Мордехай. Иногда ты сам, ты должен знать, что ты можешь быть бегедер Арур. Неблагодарный. И неблагодарности. Если есть что-то, что Бог ненавидит, мои братья и сестры, это люди неблагодарны. Что мы такие никогда не были. אומר הרב, יהיה מתרחק ממידות רעות, ויהיה דבק בטובות, ויהיה שם בנפשו אותם. שנאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שתפסיק דעות ובלי хороший, что ты был хороший человек. Before доброта, before кипа, before кисуй рож, before белый черный. Что у тебя душа, что у тебя дух, что у тебя сердце было чистое, белое. Чтобы хороший размеры были, хорошие качества были. Что стоит, что ты будешь в синагоге, и ты в синагоге Бет Ашем кого-то обидел? Это мое место, брат, не сиди тут. Все, ты смог от этого слова взять его, он уйдет отсюда и никогда вообще в жизни не зайдет. Потому что ты не человек, ты датишник, тут и Ешу, ты Ешу. Ешу настоящий, Иисус, елки-палка, йо-ёшки, ёшка, ты ёшкачка, ёшечка. אומרת הגמרא ג'וני, הקדוש ברוך הוא נמצא בבתי כנסיות של עבודה זרה של עקום, שיש ביניהם שלום, всевышний находится в это там у них, а где там аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог там, почему? Потому что между них есть мир, между них есть уважение. Бог их, это авода зара. Нам нельзя ее работать бить так, как они. Это хас вешалом, ты потерял твой еврейский. Но Бог говорит, נמצא אני בין עובדי עקום בבתי כנסיות של עבודה זרה, כי שלום ביניהם, יתם סנימי. Ну а где есть бет кнесет, мой синагога, מגן דוד, עשר הדיברות, ספר תורה, ספר הבטחות. איתם המעיד, מעיד יתי, 18, עם כוונות. Ну когда кто-то там что-то сказал, кто-то ему говорит, ше, и он его обидел. Я там не только что не буду. Это синагога, я ее поломаю. У меня было уже не синагога, у меня была Бет-Микдаш. Я ее поломал не потому, что они не молились, потому что они другой, один другого не уважали. И когда один другого не уважали, дом мне не надо. Это пустой дом. Хурба. Что это стоит, что ты такой цадик? Что ты же, ну, приходи на молитву. Брат, не могу, тяжело. Эх, Гой, все, ты его убил. Гой на молитву не был, он яхид молится. Лучше молиться яхид и не обидеть никого, чем молиться в миньян. И каждые 5 минут он кушает кто-то другой. Свинья. לכן אומרת התורה, זה מה שאמר הלל הזקן לאותו נוכרי שגייר אותו. Не делай никому плохой. Аль тасе лехавереха. Ему не делай, что ты сам не любишь, что тебе делают. Потому что в мире все это мера за мера. Мои братья и сестры, я думаю, что мы уже половина урока прошли сегодня. Плюс-минус 40 минут прошли. Я время не взял, ну, на стопер, я не сижу тут. Мне время есть. И очень сейчас такой горячий, что еще 2-3 часа могу на эту тему разговаривать, потому что эта тема очень мне больна. Потому что она мне очень болит, потому что очень много людей, что слушают мои уроки, приходят и говорят, рабай, я 10 лет не был в синагоге, потому что один раз зашел, хотел близко прийти. Там мне один габай обидел. И от этого дня я туда больше не зашел. Что вы знали? Хилул Ашем нету алав чува. До этого, что он не сделает кидуш Ашем и яхзир анашим бе чува. И это тоже до смерти. Тяжело. На хилул Ашем сделала чува. Ну, можно, конечно, на каждую вещь. Моя жена полгода тому назад была в покупке. И она говорит, спасибо Богу, что я там была. Потому что одна без косинка, без ничего пошла. 2 вещи у нее были. И ребенок в машине плачет. И там стояла один кисуй рож, не кисуй рож простой, как у Бен Ишхай. Ну, твинс, это 2, это что стоят у вас в Америке, что упали. А я вижу, что у нее тоже не упали один, да? У нее так большой кисуй рож стоял, Штабах шемолад. У нее на голове еще 3 головы. Штабах шемолад. Она такая голова у нее большая, что Бог хочет. Ну, без головы она. А кису есть, а голова нету. Это как поставить кисуй на арбуз. И она сказала, я могу на минутку, только это 2 вещи у меня есть. А мне ребенок плачет. Он говорит, ты что думаешь тут? Что ты тут, что это твой что это, магазин, что ли? Есть очередь, подожди. Она говорит, извини. Я ругаться не буду. Я только попросила, если могу, только... Не-не-не, развод. Я уже тут час стою, ты не видишь? 2 коляски полностью. Жди. Она говорит, только 2 это. Слушай. Разговор между нас. Я не твоя подруга. Стой, шарап. Она взяла 2 вещи, поставила бацад и сказала ей, я полгода слушаю уроки, полгода мой муж вернулся в чува, я полгода стараюсь делать все, полгода я микве, шаббат, нида, все держу. 1 вещь мой муж у меня попросил. Моя любимая, поставь кисуй рожь. Если кисуй рожь так выглядит, я кисуй рожь мне не надо. Я лучше, чем ты без кисуй рожь. Ушла. Моя жена там была. Забегала после нее и сказала, я тоже с кисуй рожь, останови. Если это я там стояла, я не только тебе дала пройти, я за тебя заплатила мне. И у меня кисуй рожь. Никогда не делай так, что за одна делит всех. Она у нее кисуй рожь, но голова нету. Поверь мне, дай мне шанс показать тебе, что этот кисуй рожь. И я тебе куплю и вытащу. Она не пример Богу. Бог – это Бог, мы не его пример. Ты знаешь, кто его пример? Кто будет как его размеры, как его качества. Томер Двора пишет, все его медот. Она себе везла, как Бог написал, Бог так написал себе вести. Почему Бог виноват, что она себе так? Бог виноват. Я сказала, абсолютно, ты права. Это против Бога, что она сделала. Не надо панишь Бога себе и твой муж. Барух Хашем, она зашла в машину, дала ей кисуй рожь, сказала, она мне подарок. Взяла ее телефон, это был йом четверг, хамиши, первый раз в шаббат она поставила кисуй рожь. Иногда ты можешь вернуть человека, не надо лекций, только улыбайся. Гадола мальбин шинав, мимашкеу халав. Лучше, что ты дал ему зубы белые, чем молоко белое. Потому что молоко потом в туалет идет. Но зубы белые, он никогда не забудет, что ты улыбка ему дал, и с ним был человек. Мы что стали? Звери, Джонни, Аупшели. Мы звери стали. Мы все сегодня понимаем, делаем, соблюдаем, но быть человек забыли. Это самое главное в нашей Торе. Самое главное в нашей Торе. Если мы будем забыть самые главные вещи, так мы забили наши корни. Мы поменяли икар, тафель, тафель, икар. Важные мы сделали, что они не важны. А что не важны, мы сделали важные. Но самые важные всегда будут самые важные. Before everything в мире, Бруклин, это будь человек. Потом все придет. Потом все будет важнее. Но важно в мире. Дальше Йом-Кипур. תראו שולחן ערוך. רמב"ם הקדוש פשוט. בעבירות של בן אדם לחברו, אין הקדוש ברוך הוא מוחל. Я не могу вам простить, если ты кого-то обидел. Между нас шаббат не соблюдал, я простил. Начинай соблюдать. Ты некошерная еда кушал. Я рахмадул, я могу простить. Иди за